Всем привет! Сегодня у нас в Финляндии Рождество. Ева уже нарядилась, мамина. Я так не буду. Это мамина же платье, да? Да. Было когда-то, но уже стало Евина. Мы придумали плохую идею коптить рыбу на улице минус 20. Да. Других вариантов нет, так что ладно. Ольга готовит мимозу. Ева танцует, да. Давай атмосферу, делайте атмосферу. Ну а я тогда что сделаю? Я сейчас, не знаю, подготовлю здесь какую-нибудь площадочку такую, чтобы если коптить, не капало на эту, на террасу, на саму. Да, велики убрать что ли. И. Так, перчатки взять, надо почистить снег. На улице реально мороз. Очень. Табаком пахнет, как будто кто-то курил. Гавкает еще. Хм. Почистил я возле дома. Пойдем за коптилкой что ли. Ой-ой-ой. Коптилка там, наверное, заржавела все. Ева побежала к соседям поздравлять. Вот там тоже почистил я. Вот. Что, рвота дома бегает. Но будем на то. Так, что-то тут вообще у нас. Свет у меня здесь не горит, потому что провод снял. А где у нас коптилка? Да, на зиму, конечно, всегда тут закидываем все, потому что ничего не надо. Потом ищем. Так, фонарик у меня есть второй. А толку-то от него. А куда я коптилку положил? Неужто под батутом? Да, вот она. Все туда. Не знаю, зимой ни разу не коптили. Как бы там не замкнуло ничего. Что получится, не знаю. Сейчас кинем 5 кусочков сахарку. Раз, два, три. 4, 5. Так. Эти не стал смачивать, потому что они лежали на веранде, на улице. Они чуть-чуть подзаморозились. Так, рыба у нас уже засолилась, заперчилась. Мама покрасила голову. Да, Ольга? Рыбью. Себя не хочет показывать. Вон в отражении, Ольга, тебя все равно увидит. Ольга просто решила цвет изменить волос. Вот, боится пока. Ой, какая белка-то. Блин, она такая толстая, она закоптится. Да закоптится. Короче, хрен с ней, пусть она 2 часа стоит. Она закоптится, угу. Полтора. Все, погнали, побежали. Давай. Это главное. Самый главный коптильщик. Это самый главный коптильщик. Шарлотта вышла на улицу. Ну то, что мороз 20. Это соль посыпала? Чуть рыбу не уронила. Нет. Шарлотта вышла на улицу. На улице минус 20. 5 минут и пулей домой, да? Да. Правильно же. Дурочка, что ли, попу морозить? Так, широты нельзя. Ну, я выходить не буду. Не надо, холодно. Холодно. Если честно, я бы чуть-чуть прогулялась бы. Да, конечно, надо прогуляться. Сюда только можно. Народу, слышишь? А? Я вижу, все приезжают люди. Ну. Это, ну, поздравляют, ну. Рождество. Я знаешь, что? Там вот сейчас, знаешь, такой рост шел. Да? Да, вот такой стилист. Я говорю, знаешь, надо, походу, уже это, бежать к Еве на помощь. В общем, Ева пошла наших любимых соседей поздравить с Рождеством, приготовила открытку своими руками, и там шоколадного Деда Мороза купили. И, в общем, ребенок пропал, уже полчаса нет. Ну все, ладно, ждем рыбу и ждем гостей. Да? Угу. Все, мама твоя не приедет. Да, к сожалению. Мама не приедет, потому что у них там что-то случилось на работе, да, ЧП? Короче, у них на работе один заболел тоже короной, и всех их на проверку, и... Ну,
на тест. Короче, да, она хотела приехать, сделать тест, но не получилось сделать тест по-быстренькому и приехать. Вот так вот, вот коротко рассказал. Чувствую себя нормально, все в порядке, да. Ну да, мы тоже подстраховались, думаю, что и приедут к нам, чтобы не было такого. Как мы прославились здесь русские месяц назад, чтобы везли корону, мы не хотели были в этом числе, да, Ольга? Да. Ну, ладно, все, ждем. Ева сходила, я уже дома, да, рыба коптится на улице. Ева сходила к соседям, поздравила их, да, подарок подарила. Обрадовались они? Да, конечно. Так нарядно прям ходила в платье, да. Сосед подарил мне такой журнал про старинные машины, про всякие. Да, а Шарлотте что, косточку подарили? А Шарлотте это привет передали всем. Да, мама тут уже поляну накрыла, курицу приготовила. Что-то там готовится, картошка готовится. А, ладно, пойдем проверим рыбу. Рыбу поставил, сейчас я пожую. Рыбу поставил примерно в 20 минут 6, еще всего полчаса, так что еще пусть полчаса. Нет, Ева, ты знаешь где, да? Да. Мы с Евой делаем видео, сейчас будем выставлять. Видео, обложку. Да. Понял, где вставлять? Вот там номер. Да, буквы с белыми сделать. Ева делает обложку для видео. Ладно, продолжаем. Девчонки готовятся. Все красивее и красивее становится. А я все страшнее и страшнее, да? Ага. Ольга, ладно, я тебя не буду показывать. У тебя, кстати, колготки сзади грязные. Это, кстати, это их накрылись, это я поносила. Ладно, что, собирайтесь, а я пойду дальше смотреть рыбу. Тут, мама, у тебя колготки, оказывается. Какие колготки? В смысле у меня? Я вот это. Ольга, ну ты правда, так на Рождество так не одеваются, слышишь? Ладно. На Рождество так не одеваются. Что-то не едут гости, а? Камера аж запотела. Ольга, что они не едут? Что они? Ты же была уже в платье. Всем привет. Какой привет, уже в платье была. А что ты переоделась-то? А мне жарко. И чего? В платье будешь? Да. Теперь, да. Тарантантудита. Ну что ты наша? Как тебя там называют? Как тебя там называют? Кто все убирает, ставит, как их называют? Королева! Какая королева? Уборщица! Уборщица бензоколонки! Да? Все бы хорошо было на Новый год, если бы вот такой счет не пришел, вот видите? На Новый год? Да, 1506. Заплатить на 27 декабря надо заплатить 1500. За бочку пришел счет 350. Что нам чистили летом. Шарлотта тоже съела колбасы на 1000 евро. Слышь, Ольга, я бы все бы хорошо, да, если бы не счета на Новый год. Ты странная у меня. Чего ты, блин? Вон, пришли 10 конвертов, сейчас только почту проверил. Охренеть, все настроение испортил. Пойду песню спою тогда. Слышь? Ну что я делать-то? Что с рыбой-то? Рыбку съесть что хотела. Картошечка там будет. На, проверьте, кстати, говоря. Давай, проверяй. О! Шарлотта, все, движуха. Ну сейчас, конечно же, я о, думаю, не знаю, снимем, ну, что? Посиделки там, что-нибудь, не знаю, что? Будем снимать. Слышишь? Да? Ой. Коль, а? Картофель. Слышишь, что говорю? Готов. Снимать застолье же не будем, да? Нет, стол еще накроем, покажу. Ну ладно, давай. Жук-макарек. Это нам подарочки. Это вот конфетки. Ой. Жук-макарек. Ну, это... Ольга, блин, а. Это сырок. Это как с этим с пирожком. Все, рыбу приготовили. Андрей, выкидывай телефон. Все. Гости позвонили, сказали, не едут. Да? Ну да. А-а-а. Ну, и да. Что будем делать? Будем вдвоем сидеть. А, да? Втроем. Гости, говорит, не приехали. Что, правда, что ли? Ничего себе. Спонсор сегодняшнего видео. Давай, снимай спонсора. Ну, ладно, все. Вообще, все, так, все, вечеринка поехала. Да, живот втянуть. А, давай заново. Да, вот так все и будет. У меня так голос меняется, как бы. Говорил по-другому, Ольга. Коль, ты как, этот, знаешь, кто там этот... Пузатый гном, причем из фильма ужасов, слышишь? Да, кто будет глоги пробовать? Это где кто? Вообще-то? А где он? Как она называется? Каравай? Утка, гусь. Коля вообще думал... Коль, ты сюда наливать?
Да, Коля вообще думает, что мы его день рождения отмечаем. Да, конечно, да. День рождения, Оля. Нет, я не хочу. Я не хочу. Нет, я попробую, просто я ни разу не пробовал. Я вам специально бокал поставлю. Ну, попробуй чуть-чуть. Андрюш, ты будешь пробовать? Как я не хотел. Накапал? Да. Давайте куда-нибудь нальем. Я поэтому и не хотел накрасить. Давай, чуть-чуть попробовать. Она теплый? Не знаю. Теплый. Да. А, наверное. Уже все. Ольга, нифига себе ты. Сейчас она вообще все снесет. Решила помочь. Я пока... Все снесла, да? Нет, я просто с этого стола эти красные потом фиг отмоешь, а это... Все нормально. Все закончилось. Вечеринка. Время сейчас покажу. Кого? Откуда? От Ларисы. Собаку от Ларисы. Время 2:30. Ну так, тихонечко посидели, спокойно. Ну это не точно, да. Что, до завтра, да? Ольга вообще только пришла с работы. Да? У нее ночная смена. Как всегда. Да. Ладно, там все. Я пришла сначала, чисто стол накрыла, все, люди посидели, сейчас за всеми убралась. Ну, стройтесь. Ладно, все, всем пока. Мы пошли спасать Ларису. Собака. Стульчики настолько. Ну там смотри. Тут мужик какой-то спит. Смотри. Что?